К предстоящим выборам в Мажилис и Маслихаты в Казахстане намерены подготовить новый пул независимых наблюдателей, которые не должны быть ни в одной партии. Основной критерий отбора – то, что принимать участие в выборах как наблюдатели они должны впервые. Всего в регионе планируется открыть 100 избирательных участков. Сегодня заработал региональный штаб по подготовке независимых наблюдателей. Всего планируется подготовить 200 человек, которые будут следить за прозрачностью выборов на 70 участках в городе и на 30 в районах области. Списки их будут корректироваться вплоть до 10 января. Общее количество наблюдателей в Казахстане составит 5762. У представителей профсоюзов на время выборного процесса две миссии. Одна из них – проследить, чтобы работодатели не могли повлиять на выбор своих работников, а также чтобы избирательная кампания и сами выборы прошли согласно законодательству. Надо отметить, что проходить они будут офлайн, поэтому соблюдению санитарных норм уделят особое внимание. Подготовка наблюдателей уже началась. Было проведено 3 уже онлайн заседания. Первые 2 из них были посвящены изучению закона о выборах и о защите персональных данных. Один из семинаров был по мониторингу и работе информационно-разъяснительной работы до выборов и в день выборов.